В ночь на 15 августа Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в которых обнаружено примерно 30 микросхем иностранного производства. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году в апреле. Он отметил, что информация собирается, Украина работает с партнерами и регулярно коммуницирует с ними. Правительства украинских партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем. Ермак добавил, что против них уже были применены определенные ограничения, но санкции необходимо ужесточать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты. Напомним, в ночь на 15 августа враг выпустил по Украине по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов. В частности, 4 крылатые ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101, Х-555 и 4 крылатые ракеты «Калибр». Силы ПВО Украины уничтожили 16 крылатых ракет. Редактор